Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Я сегодня решил сделать видео, как очистить глушитель от газонокосилки. Проблема у меня какая была здесь? Я когда косил, он обороты не набирал. Когда газовал сильно, он по чуть-чуть набирал обороты. А когда начинал косить, обороты резко падали. Я что сделал? Взял небольшую проволоку. Там можно проволоку, ветку, что-нибудь. Но здесь имеется у него глушитель с этой стороны. Вот здесь находится глушитель. Вот этот глушитель немножко проволокой почистил. И он начал тянуть. Сегодня я решил его почистить. Снять все это и почистить. Если бензин некачественный или угар накапливается там, вот этот проход глушителя закрывается, забивается. И не проходит дым. У него и тяга теряется. А после того, как ты его чистишь, он уже начинает тянуть хорошо. У меня косилка Hitachi. Отличная газонокосилка. Я вот сколько лет уже пользуюсь, никогда не подводил. И работает отлично. Единственное, у меня неполадка здесь была. Вот этот глушитель забился, и все. Заливаю бензин, работаю. Заводится тоже с полоборота. Проблем пока никаких не было. Здесь винт надо открутить. Сперва снимаем верхнюю пластмассовую защитку. Два винтика здесь находится. Сейчас посмотрим. Снимаем сверху. Здесь цепляется. И два винтика здесь находится. Открутили винтики. Защитную пластмассу сняли. Дальше что мы делаем? Смотрим. Здесь у нас находится глушитель. Видите, в каком состоянии он находится? Весь черный. Из копоти. Его надо очистить. Сейчас постараемся. Я откручу вот эти три винтика, здесь находящиеся на глушителе. Сейчас посмотрим. Подходящий возьмем. Вот это подходящий. В комплекте ключей у меня только было вот этот ключ и вот эти два, когда покупал. Других ключей не было в комплекте. Вот открутил три винтика. Сейчас посмотрим. Снимаем глушитель. В ужасном состоянии находится глушитель. Видите? Здесь черный внутри. А здесь что творится? Да, вот эта сетка. Видите, в каком состоянии находится? Несмотря на это, он у меня еще и работал. Наша защитка, чтобы сейчас его снять. И очистить полностью. Посмотрим сейчас. Оп, вот сверху тоже сняли вот это. Металл. Железяку. И здесь у нас имеется сетка. Сетка. Снимается она. Да, здесь вообще... Получается, у меня в газонокосилке от глушителя работала только такая часть определенная. Эта сетка полностью уже забитая. Вот половина сетки забитая полностью. А даже, можно сказать, не половина, а маленькая половина работала. Несмотря на это, он у меня хорошо работал. Все. Это тоже есть. Вот здесь, видите, копоть накопился. Этот копоть тоже очистим. Сегодня. Я его сейчас почищу. Вот это глушитель. Сетку тоже почищу полностью. И вот эту железку полностью до плеска почищу. Здесь
накопилось очень сильный копот. Я вот почистил этот железо. А здесь, если видите, много собралось. Черный весь. Это тоже почистил. Сейчас вот сетка. Сетку, видите, я чищу. Здесь отверткой. Эти тоже отверткой почистил. Взял отверткой. Прошелся вот. Отскребал. Так почистил. Не так уж тяжело. Отскребается. А на сетке тоже отверткой его чищу. Если заметно, я здесь уже вот некоторую часть уже почистил. Не надо сильно нажимать, потому что сетка может испортиться. Из-за этого слегка вот так проходим. Она сама отходит оттуда. Видите? Вот. Отскребается хорошо. Сильно, если будем давить, сетка испортится. Из-за этого нежелательно. Не торопясь, можно аккуратно его почистить. Вот, почистил. Все. Запчасти. Вот и сетка у нас. Вот. Сетка должна была такой чистой быть, а у нас была в очень страшном состоянии. И еще под большой нагрузкой, оказывается, у нас работала газонокосилка. Сейчас после этого он как новый будет работать. Собираем. Даже в обратном порядке. Специальную выемку. Ставим сетку. Аккуратно. Сетка, если кривая, его чуть-чуть выровнять надо. Потом вот здесь имеется дугообразная сторона. Вот эта идет сюда. Так, аккуратно. Ставим над сеткой. Он держит сетку, и сверху идет вот глушитель у нас. Тоже аккуратно ставим, чтобы совпадали саморезы. Место для закрытки самореза. Потом закручиваем же саморезы сюда. Нормально затягиваем. Аккуратно. Чересчур сильно затягивать не нужно. При вибрации, чтобы не открутились. При очистке сетки глушителя я не стал использовать никаких растворителей. Нужды не было. Так тоже неплохо почистила сетка. Отлично. Полностью очистил. Сейчас я уверен, что газонокосилка у меня будет работать идеально. Раз взялся я за него, я решил полностью его почистить. Сейчас снимем бак. Бензобак снизу. Тоже открою. Открутили. И снизу еще винт находится. Это тоже снимаем.
Все это надо сейчас почистить. Снимем бак. Бак тоже держится на двух винтах. Раз. Два. Бензобак. Убрали бензобак. Тут тоже страшная картина. Надо его тоже почистить. Вот так. Почистил. Или чересчур. Я сейчас посмотрю. Компрессором немножко продую. А потом дальше почистим. Все, компрессором почистим. Сейчас возьмем тряпочки. Пройдусь. Тоже. Так, простая, чистая тряпочка, без ничего. Дальше, вот это сейчас будем чистить. Вот это тоже почистил. Сейчас соберем обратно. Косилка находилась, можно сказать, в ужасном состоянии. Пыль накопилась. Все, сейчас мы почистили его. И он будет работать отлично. Ставим бак сперва, потом закручиваем эти два винта. Вот, закрутили. Сейчас. Где у нас вот эта защита? Защитка была здесь. Держатель для бензобака. И для подставки. Ну, чтобы ставить на землю. Потом... Те боковые закручиваем. Это тоже забрали. Он у нас стал красивый. Все здесь тоже сейчас пройдусь немножко. Намочу бензином тряпочку. Здесь тоже пройдусь чистый. Тут тоже бензином почистим.
чистый, красивый стол. Это тоже сейчас почистим. Это тоже сейчас полностью почистил. Красивый стол. Сейчас соберем. И свои саморезы закрутим. Вот. Казанокосилка как новая. Глушитель чистый. Сейчас тяга тоже будет хорошая. Как вы видели в начале видео, когда я открутил глушитель, он весь забитый был. И под очень большой нагрузкой он работал. Желательно до этого казанокосилку не доводить. А то может испортиться или карбюратор. Это как нагрузка на карбюратор, так и на двигатель. Часто его чистить было бы неплохо. А так, все почистили, лишний пыль все убрали, будет работать идеально. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего доброго, до свидания.